Здесь Горошинка, которая прибыла с Донецка. Горошинка сейчас покупалась, и она сейчас отдыхает. Иди, плечи, Толик. Друзья, это реабилитационный центр для собачек. Это Горошинка, собачка, прибывшая из военного региона, из Донецка. Здесь она была в душе, и мы внимательно осматриваем ее тело и применяем специальные детские кремы против красноты, ирритации, бактерий. И полностью смазываем все ее... Горошинке, очевидно, очень понравилось... Это и она сейчас и сейчас будем ее расчесывать, внимательно смазываем также ее ножки кремом. Ага.